Я вас люблю, хотя я пишусь, хоть это труд и стыд напрасный. И в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Признание в любви алтайским женщинам от главного мужчины края Виктора Томенко. Со сцены концертного зала «Сибирь» глава региона поздравляет прекрасную половину человечества с наступающим 8 марта и вручает самым выдающимся почетные награды. Надежду Степановну Ремневу, председателя Краевого совета женщин, отметили на самом высоком уровне. За активное участие в общественной и благотворительной деятельности ей вручили благодарственное письмо президента России. Наша организация «Союз женщин России» как раз и работает вот уже 57-й год в интересах семьи и детей. Ну а когда началась специальная военная операция, то, конечно, в интересах мира и победы. И поэтому вот недавно направленный 18-й уже гуманитарный конвой – это наш вклад в поддержку наших сынов. Наград, грамот и медали удостоились сегодня десятки женщин со всего края. У меня дети с нарушением слуха. Мы их берем самим маленькими. Они приходят к нам совсем не говорящие. Они ничего не знают, не умеют. Мамы в растерянности, когда такая проблема. И потом мы даем им знания, даем им возможность говорить, возможность слышать. Мы их научаем этому. Наверное, все-таки за это мне дали такое, что мы делаем такое добро и такое великое дело. Памятные награды увезли сегодня и лучшие медицинские и социальные работники, успешные женщины-предприниматели, передовые промышленники, а также представительницы сферы культуры Алтайского края. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.